В октябре прошлого года не стала мама Ларисы Гузеевой. Альбина Андреевна была для знаменитой дочери не просто родным человеком, но и лучшим другом. У меня с моей мамой связь в миллион раз сильнее, чем у других людей. Это какой-то космос. Я патологически ее любила, вспоминала актриса. С уходом матери жизнь для Ларисы Гузеевой будто лишилась красок. Семья, дети, успешная работа — все будто отошло на второй план, слезы душат. Душа болит, писала телеведущая. Говорят, что врачи диагностировали у нее глубокую депрессию. По словам актрисы, из-за горя она могла пойти на отчаянные действия, и я себя резала. Как же мне плохо. Я башкой стучусь об стенку, призналась Лариса Гузеева. Гузеева прошла курс омоложения фото Инстаграм, чтобы справиться с переживаниями. Актриса пошла к психологам. Сейчас с ней работает целых 3 специалиста. Они посоветовали ей срочно менять образ жизни и радовать себя обновлениями. Так, по их настоянию, Гузеева отправилась в Крым. В одной из местных клиник звезда прошла 9-дневный курс омоложения. Актриса не скрывала, что хочет избавиться от лишних килограммов, поэтому обратилась к диетологам. «Я больше никогда без рекомендаций врача не буду приводить себя в порядок. 10 килограммов сбрасываешь, 20 набираешь со скоростью света. Мгновенный эффект на голоде – это вообще зло», – уверяла Гузеева. Вернувшись в Москву, эксперименты телеведущей не прекратились. Недавно она поразила поклонников новой стрижкой и цветом волос. Жгучая брюнетка Гузеева неожиданно превратилась в платиновую блондинку. Впрочем, некоторые пользователи восприняли ее решение негативно. Они обратили внимание на цвет темных волос у корней. На что актриса быстро нашла ответ: «Корни прокрашивают только в вашем колхозе, следите за модными тенденциями. Мне комфортно в моем теле, в моем возрасте и с новым цветом волос». Однако новый имидж радовал Гузееву недолго. «Ну, перекрасила я цвет волос, а что?» — негодует она. «Все равно больно. Чувствую, мне из этого не выкарабкаться, и никто не сможет помочь». К слову, сейчас актриса постепенно находит утешение в работе. Помимо популярной программы «Давай поженимся», она стала вести кулинарное шоу. На съемочной площадке ей помогает дочь Ольга. Также у Гузеевой есть сын Георгий, который в прошлом году женился. По материалам «Тайна звезд» Class Post 625 508 подписчиков.